воскресенье в Самарской области будет облачная погода с прояснениями, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем минус 15, минус 18, ночью 19-22, ниже 0. В Сызрани ясное небо, днем минус 17, ночью минус 21 градус, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем минус 15, ночью 19 градусов ниже 0. Ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурный день, но без осадков. Днем 18 градусов ниже 0, ночью минус 22. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.